В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Ссоры и конфликты почти всегда сопутствуют им и в семейной жизни. Часто в старости они остаются одинокими из-за неумения прислушиваться к другим и учитывать их интересы. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.